Ребята, давайте наберем 10 тысяч лайков на вот этой серии зомби-апокалипсиса, и сразу выйдет следующее. Оценивайте видео, ведь мне важно знать, хотите ли вы продолжение этой рубрики. Да, ребята, ставьте лайки и приятного вам просмотра. Жека, 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 просыпайся! Жека! Так. Фух, он шевелится. Наверное, просто вырубился от... вот этой боли, от этого вообще состояния, в котором он сейчас находится. Просто, наверное, болевой шок. Ладно, Жека, отдыхай тут. Не знаю, вряд ли ты меня сейчас слышишь, но я обещаю, слышишь? У меня уже тоже крыша потихоньку едет. Я вернусь за тобой, Жека. Я попытаюсь пойти найти твою маму, пока ты тут отдыхаешь. Я тебе дал немного зелья. Аптечек. Ого, закрутился, закрутился. Надеюсь, тебе уже лучше. Отдыхай тут, чувак. Я приду как можно быстрее. Нужно пойти за его мамой и на эту базу и в первую очередь отомстить за Жеку, отомстить за то, что они с ним сделали. Поубивать к чертям собачьим этих бандитов. И постараться найти его маму. Надеюсь, с ней все будет в порядке. Надеюсь, она еще там. Так, нужно идти на военную базу. Полечу-ка я, наверное, на вертолете. Не знаю, есть ли там... если там вообще какие-то ракеты, пулеметы, еще что-то, я вообще не знаю, как это использовать, но постараюсь разгромить эту военную базу к чертям. Ладно, ладно, ладно. С Богом, потому что... пожалуйста, не хочу разбиться. Так, все на максимуме. 15. Ракет вообще нету. Ничего нету, ничего нету. Есть одна пушка. И там только 15 патронов. Ладно, самое главное долететь. Самое главное долететь до военной базы, а там я уже даже в рукопашку разберусь с этими проклятыми бандитами. Как же они меня бесят. Думаю, это все под контролем, весь город у них под контролем, да, конечно. Давно, давно нужно было перебить их, они уже не первый раз создают мне проблемы. Так, 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 спускаться, спускаться потихонечку. Потихонечку, потихонечку, так, 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 пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ты бандюганы. На типа скуды. Так, все. Долетел, да? Долетел. Нету больше патронов. Ладно, паскуды. Ладно. Я и так с вами разберусь. Так, они в 100% знают, что я тут. Ай, жопошники. Иди сюда, где ты? На. Паскуда, паскуда. Так, еще. На крышах, на крышах, на крышах. Ах ты. Ах, вы паскуд. На. Тебе и там еще башка, хедшотика полетит. Полетит хедшотик. На тебе хедшотик. Так, больше никого нету. У меня случайно нету никаких оружий. Точнее, никаких гранат, РПГ или еще чего-то. А, ничего нету. Зато есть молотов. И самое время протестировать новый костюмчик. И коктейль молотова. Вот это меня уже заколебало. Тем более уже вонючий вот этот костюм. Ну что, паскуды? А ну выходите отсюда. Нате вам. Коктейль, ага. Пацаны, ага. Нате, дебилы. Мы сюда, обходим, иди, ходи сюда. Эту шелупой. Какой-то слабенький. Какой-то, ай. Зараза, зараза. На. Не-не-не-не-не, в жопу этот молоток. Какой-то вообще никчемный молоточек. Идите сюда, идите сюда. Ага, идите, на. На. Ай, ай, офигеть, 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 они меня почти убили. Ладно, 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 я сейчас тут спрячусь, они за мной не бежат, у меня вообще есть какие-то пушки, у меня есть вообще что-то пожрать, я вообще не представляю, есть ли у меня борщ, борщ можно захавать. Так, ай, да, офигеть, спалился, спалился то, что я тут нахожусь, у меня есть вообще какие-то патроны, у меня вообще что-то есть, дробаш, у меня вот тут патрончики есть. Паскуды. Не хотите сюда идти, не хотите? Ладно, я сейчас сам приду. А, им уже... они сгорели. Так, 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 так. Ладно, тут еще. Ага. Стоите, охраняйте. Тут у вас, наверное, главное здание. Да, как я понял. Ну, здрасте. Здрасте, друзишки. Так, 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 так. Сейчас я пока закрою. Там 100% есть кто-то внутри. 100% есть кто-то внутри. Дымовушку, дымовушку. Зелененькую дымовушку. Фух. Давай. А ну, твари! Идите сюда, куда побежали, тварюги? А, охренеть! Да сколько же вас...
Где? Все, больше никого. Фух, так, закрыть нафиг ворота, чтоб сюда никто... Ах, да сколько же вас тут, тварюк! Ага, телевизор, наверное, уснул, да? Дум 2 смотрел. Так, все, больше никого. Фух, так, что тут вообще за... У них 100% тут столовка какая-то была. Куча жрачки. Может, я смогу что-то... Ничего. Ничего. Может, я смогу что-то найти? Тут тоже ничего. Ничего. Вот. Офиг... Так, картошечка. Так, вот это можно нафиг выкинуть в умывальник. Так. Зашибись. Тут еще есть что-то? Ха, вишневый пирог. Ну, бандюганы, хотя бы у вас еду наворую тут. Ну, гнилую плоть можете сами себе оставить. А тут у них что такое? Комната отдыха? Компьютер? Телевизор? Бильярдные столы? А тут что? Твою мать! Да с... Нате! Дебила кусок. Так. А тут что у них такое? Вот этот молоток можно нафиг отложить, он вообще бесполезный. А тут что такое? У них какой-то центр управления, какие-то чертежи вертолета. Ну понятно, это же военная база. Книги, сейфы, ну вряд ли они книги считают. Так, ага, трофеи всякие. Это реально какой-то центр управления. Что вообще тут? Офигеть, это еще что такое? Это... Так, это у них случайно тут не установка каких-то ядерных бомб? Ладно, тут что-то есть. Так, ага, яблочки, да? Ну, все равно, в принципе, можно забрать, ничего страшного. Так, тут у них что есть такое? Так, РПГ, он заряжен? Не заряжен. Пожалуйста, Да. Так, еще. Так, офигеть, просто офигеть. Жопу вам, бандиты проклятые. Зря вы тут оставили РПГ. Там 100% кто-то должен быть. Если у них там танки и все остальное. Так, сейчас перезаряжусь. Нужно посмотреть, кто там такой. Нужно пробраться в основное здание. Ах ты, тварь! Тварина, где ты? Машины, вертолеты, юханый баба. Так, там еще один. Ага, и коровка. Еще! Так, он, не знаю, видит он меня, не видит, если еще не начал стрелять. Так, там еще один. Один. Два. И третий. У меня только две пули. Там, кстати, выйдет подъем наверх, можно забраться на крышу и расстрелять их всех. Ах, я случайно рукожопы выстрелил и прокакал свой один патрон. Так бы я сейчас всех троих мог убить с этой крыши. И спокойно пробраться туда внутрь. Это 100% какое-то основное здание. Я просто уверен, что там сидит какой-то главный босс вот этих бандитов. Хоть в принципе главного босса я убил. Дней 7-8 назад. Даже полторы недели. Но мне кажется, это даже был не босс бандитов, это была какая-то сошка, то есть пешка. Я не знаю, может, это его правая рука была, но 100%, если вот эта группировка продолжает существовать, то 100% там кто-то должен еще быть. Ладно. Минус один. Там, еще один. Надеюсь, не в него попаду, а не вот в этот столб. Так, минус два. И больше патронов нету. Нужно спускаться, и нужно еще перекусить что-то. Так, а вот этого? Он 100% не должен был слышать вот эти выстрелы, потому что у меня на снайперке есть глушак. И вряд ли он это слышал. Мне кажется, лучше сейчас на него напасть с топором, не с дробашом, потому что если с дробашом, то все в округе услышат. Так. Ах ты, зараза! Увидел меня. Но оказалось не такой-то ты сильный, да? Тварь проклятая. Еще. Ладно, паскуда. Ладно. Мне, в принципе, уже 100% знаю, что я тут. Поэтому чё темнить?
На... Ага, ага. Офигеть просто. Вот это у них тут военные вертолеты. Офигеть. Офигеть. Так, ладно. Танки. Тут вообще еще один вертолет. Тут вообще, если в танке есть топливо, я смогу просто разнести вот эту дверь, потому что я вижу, тут рычага нету. Я на 1000000% уверен, что там сидит какой-то генерал этих бандюганов. И, наверное, там даже сидит мама Жеки. Я 100% должен ее вызволить. Или я нахрен сам сдохну, или заберу ее с собой. Но я отсюда не уйду без его мамы. Пока он там лежит, мучается, бедный Жека умирает. Ой, сложно все. Так, есть тут топливо. Нифига нету. Вообще нифига нету. А в вертолете есть что-то? Ни топлива, ничего. У меня же РПГ есть. Дебилы, зря вы ее оставили вот там. Ну что, бандюганы проклятые, готовьтесь!